Уважаемые дамы и господа, от имени Польско-немецкого фонда сотрудничества я бы хотела поприветствовать вас сегодня. Очередной раз мы приглашаем вас на мероприятие под названием «От пакта Риббентропа-Молотова до нападения на Советский Союз». Вы знаете, что это очень сложная историческая тема, и мы, наш фонд, стараемся совместно с нашими соседями и партнерами обратить внимание на различные аспекты этой темы. Поэтому я надеюсь, что в течение ближайших часов мы сможем показать вам интересные новые взгляды на эту тему. Желаю вам интересного мероприятия. Спасибо за внимание. Для меня большая честь быть сегодня на завершающей части конференции «От пакта Молотова-Риббентропа до нападения на Советский Союз». Прежде всего, от имени немецко-белорусского общества я хотела бы поблагодарить участников конференции за то, что они приняли наше приглашение поддержать эту инициативу и принять участие в разговоре. Наших партнеров Фонд немецко-польского сотрудничества и немецко-украинский форум за помощь в организации конференции, наших медиа-партнеров Еврорадио, а также Министерство внутренних дел Германии за финансовую поддержку этого проекта. Важно помнить, что историческая память определяет не только наше прошлое, но и нашу позицию в будущем. Стремясь к объективной дискуссии о Второй мировой войне, не стоит забывать об огромной сложности событий того времени и о разных точках зрения на произошедшее. Такие конференции, дискуссии и встречи помогают наводить мосты между народами, укрепляя взаимопонимание на почве общей истории и культуры. Я искренне желаю всем нам плодотворной работы, интересных выводов и, надеюсь, новых стратегий для сохранения не только исторического единства, но и многообразия культуры памяти. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Елена Бабакова. Я журналистка и исследовательница миграционных процессов. Я родилась в Киеве, но вот уже почти 13 лет я живу в Варшаве. И я имею честь провести сегодняшние дебаты, названия которых «Континуум насилия до и после 22 июня». Вторая мировая война оказала огромное влияние на всю Европу, особенно на те народы, которые проживали и все еще проживают в Центральной и Восточной Европе. Кровавые земли, Bloodlands. Эту метафору использует американский историк Тимоти Снайдер для того, чтобы описать то, что происходило на территории современной Польши, Украины, Беларуси, а также прибалтийских государств и Востоке и Россию во время войны и в предвоенный, в довоенный период. В чем заключается специфика этого военного опыта со стороны двух тоталитаризмов, немецкого и советского, в период с 1 сентября 1939 до 22 июня 1941 года и впоследствии? Как это отражается в исторической памяти украинцев, белорусов, поляков, евреев на локальном уровне?
Учитывается ли это локальных государственных гранд-нарративах о Второй мировой войне? Обо всем об этом мы поговорим сегодня с нашими гостями во время дискуссии, которая проходит в Варшаве, что особенно приятно то, что мы встречаемся не на камерах в Zoom, а вживую в этой студии. Наши иностранные гости попали к нам, несмотря на закрытые границы. И я бы хотела представить наших дискутантов и дискутанток. Госпожа кандидат наук Анастасия Ильина, историчка, социолог, исследователь белорусской идентичности в 19-20 веке, а также стипендистка фонда Орса Романа. С нами господин Юрий Дуркат, журналист и переводчик со Львова, соавтор немецкого перевода. Произведение Сергея Жадана «Интернет», который недавно получил награду в Лейпциге. И последний, но не менее важен, кандидат наук Фелис Акерман, исследователь немецкого исторического института в Варшаве, автор «Палимпсест Гродно. Истории об этничности в городском пространстве». Я бы хотела подчеркнуть, что сегодняшняя дискуссия – это успех поиска soft power, поскольку для участников поиск язык не является народным языком, но мы его выбрали для дискуссии. Ну что ж, и для начала нашей дискуссии я бы хотела использовать такую публикацию, которая появилась несколько лет назад. То есть историческая правда. Такой портал 8-9 мая, то есть в очередную годовщину завершения Второй мировой, спросил у своих читателей, как выглядела их семейная память об этом конфликте. Когда для их родных началась война, в каком году она закончилась, как их дедушки, бабушки или даже более старшие родственники помнят об этом военном конфликте, каков был их опыт насилия. Количество текстов, которые получила редакция после этого, было колоссально. Сотни людей решили, что они поделятся своими семейными воспоминаниями о Второй мировой. И это было подтверждением того, насколько это все еще живая, важная тема. Таким образом, в 2018 году появилась книга Вахтанга Кипиани «Вторая мировая. Непридуманная история. Не наша живая вторая». Поэтому я бы хотела спросить вас, начиная с господина Юрия, какова в вашей семье семейная память об этом конфликте? В каком году для вашей семьи началась Вторая мировая? Ну, так же, как для моей семьи, так и для любой семьи во Львове или в Галиции, в Восточной Галиции, эта война началась в сентябре 1939 года. Это абсолютно очевидно для каждого жителя, который пережил эту войну. А мои бабушки и дедушки не все пережили ее. И для тех, кто остался позднее в Украине, поскольку мы знаем, что, например, поляки, большинство поляков, они не остались в Украине, они были переселены советами. И этот опыт сыграл действительно центральную роль в воспоминаниях людей со Львова и из Восточной Галиции. И, конечно, какие-то публичные воспоминания были невозможны в советские времена, но эти воспоминания пережили советские времена, и часть этих воспоминаний, я думаю, что это именно стало причиной, именно это стало причиной того, почему данное советское время никогда в Галиции не было временем, скажем так, собственным. Это всегда была оккупация для большинства жителей Галиции. Очень интересное наблюдение в 70-е, 80-е годы. Мы все говорим о том, что спорт вне политики, но это на самом деле не так. Спорт, он очень политичен. И очень интересно, что я тогда был свободным человеком, мы ходили на каждый футбольный матч во Львове.
И два момента. Большинство всегда было против советской, не болело за советской команды, даже большинство было против, несмотря на то, какой это был вид спорта, они всегда были против. И во-вторых, мы всегда были за «Динамо Киев», когда они играли, например, когда львовская команда играла с московскими командами. Львовская команда не была особо сильной, чтобы выиграть чемпионат Советского Союза, но у нас всегда был шанс выиграть с какой-то московской командой, чтобы помочь киевскому «Динамо», чтобы помочь победить в чемпионате. И это было очень типичным для Галиции в то время. И это очень симптоматичный психологический элемент, который подчеркивает то, что это время для жителей, для украинцев, было именно временем советской оккупации. А по вашему мнению, об антисоветском сентименте, о том, на что повлиял 1939-1940 год, что тогда именно происходило, о чем вам рассказывали ваши родственники, что стало такой страшный след в их воспоминаниях? Ну, особенно два момента. Депортации, преследование поляков, украинцев, выселение в Сибирь. Не все, конечно же, вернулись. И те страшные дни в июне 1941 года, когда перед бегами Советский Союз уже не успел, конечно же, убийство людей в течение этих лет, но и убийство заключенных в июне 41 года перед бегами, поскольку Советский Союз не успел вывести всех политзаключенных, это была страшная трагедия. Этого не забыть. И я думаю, что это сыграло очень важную роль в этих воспоминаниях. Госпожа Анастасия, вы из Бреста. Где началась война для вашей семьи? Моя белорусская семья скорее из Полесья. То, что я сама из Бреста, это скорее послевоенная история, когда в Бресте не было возможности работать на Полесье, люди выезжали из своих деревень. Мой дедушка родился в 1936 году, поэтому, когда война началась, ему было пять лет, и я помню, что дедушка рассказывал, что какие-то солдаты вермахта были в его деревне, и он, ребенок, пробовал играть мотоциклом, прикасался к нему, и его семья так испугалась, что его расстреляют, а он просто получил по жопе от солдата, и он был действительно очень этому рад. Это были такие очень выразительные воспоминания. Если же говорить дальше о шутках и так далее, то было по-разному. В моей семье это мы помним партизанского движения. Дедушка рассказывал, что все семьи с детьми убегали в лес, жили на Полесских болотах. И поскольку проводились операции против партизан и так далее, также была семейная трагедия, что кто-то из семьи был полицейским, полицантом немецким, полицаем, а также участвовал и в партизанском движении, то есть это был определенный семейный конфликт. Один брат там, второй брат совершенно по другой стороне. И в конце один брат моего дедушки погиб во время этой войны и был похоронен. То есть это все связано друг с другом. И эти народы, и две тоталитарных системы, и маленький человек, и большой человек. То есть да, про это можно долго разговаривать, но даже история, которую мы услышали о Галиции и о Полесье, они разные. Я из типичной немецкой семьи. У меня два моих дедушки служили в вермахте. И я также из типичной
немецкой семьи, поскольку они практически об этом не говорили, мы очень мало знаем об этом периоде. И, например, только когда я находился здесь, в Варшаве, из материалов Штази, я узнала, что мой дедушка Готфрид, который был офицером здесь, в Варшаве, что он был не только членом партии НСДРП, но он был членом СА, то есть, что еще немного другая формация. И сегодня я по-другому смотрю на письма, которые он отсюда писал осенью 1939 года. Я знаю, в каком месте он находился в Варшаве. И из этих писем видно, что он посмотрел на жителей Варшавы очень, с очень высокой позиции, свысока. Но я был в шоке от того, что в семье моей жены дедушка также был в Варшаве, о чем мы не знали до прошлого года, пока не появился альбом с семейными фотографиями. Там было даже очень много интересных фотографий из Варшавы, и это очень типично, что даже в семье немецкого историка, и моя жена также давно в Польше, мы об этом не знали. И поэтому мы работаем над этой частью семейной памяти. Юрий уже сказал о ситуации во Львове, в Галиции госпожа Анастасия рассказала о ситуации на Полесье, на Подляшье. А вы являетесь автором книги «Огродно». Когда говорят об этом в 1939 году, часто говорят обо Львове, есть много устной истории на эту тему, не только в Галиции, но и в Варшаве, в Киеве, о них можно услышать, о Бресте мы часто слышим, там ведь прошел парад двух тоталитаризмов в связи с победой. А как же это выглядело в Гродно? Как этот город пережил сначала советскую агрессию, позднее немецкую агрессию, тем более, что я считаю, что местное население служило в войсках всех этих государств. Ведь белорусы в 1939 году, не только поляки боролись за Польшу, но и украинцы, и другие национальности. Но я думаю, что Гродно важно, то, что Гродно входило в ту зону, которую немцы сначала атаковали в 1939 году, тогда сожглась важная часть города, только тогда немцы вышли за Белосток, поэтому была двойная немецкая оккупация. В принципе, если мы посмотрим на момент перехода одних и вторых властей, то важно то, что Гродно, так же, как и Львов, и Брест, было многонациональным, многоэтническим, полиэтническим городом, состоял из очень разного населения, поэтому нельзя ответить однозначно этот вопрос. Поскольку советские репрессии касались практически всех этнических групп, в зависимости от профессии, которую занимало данное лицо. Если мы посмотрим на вывоз людей, которые начались в начале 1941 года, которые продолжались и в июне 1941 года, то практически вся городская элита была вывезена. Это касалось как польских жителей, так и еврейских жителей. И для меня таким символом, важным символом того, каков был переход, и что действительно война в Гродно началась раньше, это поезд с депортацией в сторону Казахстана, который стартовал еще 21 июня, и который бомбардировали под Барановичами, не так далеко от погранперехода. Тогда этот поезд был разбомбили, много людей погибло, и это значило, что снова же ситуация такова, что в зависимости от того, кто кем был, у кого какие были впоследствии возможности прожить, поскольку для гродненских евреев, которых не вывезли в Казахстан из-за этой бомбы, для них это была смерть, поскольку у них уже им некуда было убегать. А для поляков одним из людей, который был вывезен из этого поезда, этот человек стал бургомистром под немецкой оккупацией, то есть он выжил во время войны, сотрудничая с Германией, поэтому тут развивались события по-разному. А как двойная оккупация, о которой вы вспомнили, повлияло ли это на локальную идентичность? Эти жители Гродно,
помнят ли они эти события? И повлияло ли как-то это на их идентичность, на то, что у этого города была такая судьба, которая отличалась от событий, от судьбы Бреста, Минска и других белорусских городов? Да, безусловно, тень Холокоста есть и в этом городе, так же, как и во всех других городах этого региона. Но это не специфика Гродно. Мне кажется, что такой спецификой, которую мы видим даже сегодня, во время основного государственного кризиса уже независимой Беларуси, это присутствие многих местных католиков, которые, часть из них считают себя поляками, часть белорусами. И то, что сегодня мы снова же видим атаку на государственном уровне на католиков в Беларуси, для меня это тесно связано с этим опытом и не с, скажем так, обработанный опыт, с таким непережитым, непереваренным опытом двойной советской оккупации, а также со специфическими конфликтами, которые в результате конфликта с людьми, пришедшими с Востока, которые столкнулись с местным населением, а они в большинстве своем были католиками в городе как раз. И как раз-таки именно на этом фоне было очень много конфликтов, связанных с отношением большевиков к полякам. То есть это не та история, которая как бы была проанализирована. Госпожа Анастасия, а в Брестском регионе защита Брестской крепости в июне 41 года имела очень важное значение в рамках пропаганды, показали, как советская власть боролась с оккупацией Германии. Как события 39-41 годов, какие они имели значение для локальной идентичности жителей? Как это вписалось или же не вписалось в официальный миф города? Я бы сказала, что это вписалось очень эффективно, потому что весь этот государственный нарратив, идеология, которая все еще функционирует в белорусском государстве, это доминирует, давлеет над везде. Появляются книги немецких авторов, которые, в принципе, запрещены в Бресте, они запрещены в Беларуси. И часто мы слышим, что эта история, она написана не по-настоящему, это неправдивая история. Даже сейчас государство, которое сложно уже даже назвать авторитарным, повторяет путь тоталитаризма, внедряет насилие даже в дискуссионном пространстве. То есть ты должен только говорить исключительно так о событиях, которые соответствуют идеологическим взглядам. Неважно, историк ли ты, обычный ли гражданин. И если мы говорим о защите Брестской крепости, то, во-первых, как мы знаем, было две защиты. Но про это мы знаем здесь, в Варшаве. В Беларуси это запрещенная история или история, о которой умалчивают. Никто не говорит о защите в 1939 году, о защите не говорят в учебниках, не говорят в исторических книгах. Если ты уже заинтересован этой историей, можешь читать на иностранных языках, тогда ты об этом узнаешь. Это первое. Второе. Именно Катынь. Катынь начался в Бресте, поскольку офицеры, заключенные, они вывозились из Бреста по направлению Брест-Москва, и никто уже не узнал об их судьбах. Об этом также не говорится. Если мы рассказываем об защите Брестской крепости, то это не город-герой, это крепость-герой. И это было укороновано в последнем томе в этом списке, поскольку всегда были не сомнения историков, а
мифы. Это такой учительный миф с самого начала Советского Союза. Было важно, чтобы показать, что эта крепость на такой же западной границе Советского Союза. И это формируется, ну, я скажу, не от детсада, но действительно начинает формироваться со школьных парт. Дети, каждая школа включена в этот миф. И мы не только приходим и участвуем в разных парадах 9 мая, не только мы стоим перед вечным огнем, и нас в этом воспитывают. И не только воспитывают, но и качество дискуссии. Вообще дискуссия запрещена. Я помню даже, когда я училась в школе, что-то упоминала о книжках Соборова, Суворова, и Советский Союз также готовился, там он писал, что Советский Союз также готовился к войне. Я боялась, что меня выбросят из лицея, со школы за то, что я читаю, выгонят за то, что я читаю Суворова. И сегодня, с одной стороны, много говорится о Второй мировой, о Великой Отечественной войне в Беларуси. Но, с другой стороны, интересно то, что как-то синхронно в России звучат такие лозунги, что кто-то фальсифицирует нашу историю, что мы должны вместе защищать нашу память, что самое интересное, несколько дней назад, на что я обратила внимание, была дискуссия в Минске, в которой участвовали разные государственные государства СНГ. СНГ, да, то есть что-то такое еще существует, и были представлены такой организации, которая называется у нас в Беларуси ГУБОБИК. И это такое соответствие ЧК либо НКВД. Это организация, которая противодействует протестам. И они участвовали в этой дискуссии. Даже то, что они участвовали, это сигнал нашему обществу, что за этими темами также следят. И ситуация выглядит так, что мы находимся в Беларуси сейчас в таком моменте, когда этот тоталитаризм формируется. То есть государственный нарратив, он сейчас становится инструментом политической игры, к сожалению. У меня очень коротенький вопрос в дополнение. Вы упомянули о терминологической разнице, что постоянно в Беларуси используется термин «Великая Отечественная война». А как определяется период между 1 сентября 1939 года и 22 июня 1941 года? То есть это что? Я бы сказала, что это ничего. Поэтому про это много не говорят, много не пишут, не упоминают. Конечно, можно лишь сказать громко, что 17 сентября мы присоединили, вернули себе нашу территорию, и на этом история данного периода завершается, господин Феликс. То есть это называется, я бы добавила, что это называется воссоединение белорусского народа. И сегодня мы это очень четко видим в пропаганде Лукашенко, что он ввел, вопреки протестам, новый государственный праздник, который так и называется. И мне кажется, что это важно, поскольку с самого начала это было частью
иного нарратива о данном периоде, отличном от советского нарратива. И понятно, что не все жители себя в этом нашли. Это было сделано вопреки большинству. Но у меня остается впечатление, что это имеет очень долгосрочные перспективы, поскольку сегодня, например, не говорилось о различии между в военном опыте на Востоке и на Западе Беларуси в связи с этим. Да, здесь я как раз согласна, что 17 сентября существует, как я уже сказала, но потом уже идет молчание, поскольку позже начались депортации. Зачем об этом упоминать? Ну, уже начинается сложная история. Господин Юрий Дуркат. Да, это было частью советской нарации, и мне кажется, что так оно и по сей день осталось в Беларуси. Интересно то, что, например, во Львове советская власть с улицы 3 мая, это день Конституции Польши, который празднуется и сейчас, во Львове сделали улицу 17 сентября. То есть это, скажем так, очень садистически, изысканно подчеркнули, что польское государство не существует после разделов. После разделов, произведенных Германией и советской армией. А как сегодня называется эта улица? Сечевых стрельцов. То есть это также и как это называется в Беларуси, это тоже интересно, потому что в советской версии это всегда был золотой сентябрь, это было почти, можно так сказать, постоянным словосочетанием, говорилось только о золотом сентябре. То есть 17 сентября это был золотой сентябрь. У нас скорее говорилось о том, что это день объединения Восточной и Западной Беларуси. Господин Юрий, тогда у меня к вам вопрос еще один. Очень хорошо, что вы сказали об этом примере. Советская власть во Львове начала изменять название улиц, чтобы там ничего больше не напоминало о межвоенной Польше, лишь о манифестации новых советских властях. А как именно еще этот период 39-41 годов отразился в топографии города? То есть как еще происходила эта манифестация? И если говорить и о реальных, и о символических изменениях. Это вообще очень интересная история. Как переназываются улицы? Переименовываются улицы? Может быть, чуть раньше, нежели... То есть, да, в течение первого полугода происходят какие-то более важные вещи, людей должны вывести, построить, саркастически говоря, но тогда, конечно, уже предпринимаются попытки изменить топографию. В течение этого первого периода между 39 и 41 годами советские власти не успели переименовать большого количества улиц, может быть, около 40 основных, конечно же. Немцы были скорее более, они больше концентрировались на этом уже в 43-44 годах. Они переназвали практически каждую улочку. Переименовали почти каждую улочку. После того, как немцы были выгнаны в июле 44 года, сначала вернулись польские названия. То есть в это время еще непонятно было, когда, где будет граница между Польшей и Советским Союзом. Это ведь решилось только в Ялте в 45 году. И до Ялты так оно и осталось. И в 40-м году, например, во Львове был создан монументальный памятник
на сегодняшнем бульваре Свободы, напротив оперы, недалеко от памятника Тараса Шевченко, недалеко от памятника Собесскому, который там также стоял и в 70-е годы был вывезен, сейчас он стоит в Гданьске, там появился памятник Советской Конституции. Действительно монструально, если посмотреть на те фотографии, которые остались, то этот памятник был, в принципе, сделан не монументально, а как-то так временно, возможно, раньше, возможно, считали, что позднее сделать это серьезно. Этот памятник не пережил даже входа нацистов во Львов, но это очень символично, что тоталитарные режимы пробуют также таким образом сразу определять какие-то символы, которые для них очень важны. Могу еще на хвилю не сгодить, значит, так. Да, если вы позволите. Но люди иногда соглашаются с этими предложениями. Это не происходит со дня на день, но это связано с тем, как люди часто с этим соглашаются. Я приведу гродненский пример. Гродно формально вошло в состав Рейха и Восточной Пруссии, поэтому у Гродно был совсем другой юридический статус, нежели у белорусских сегодняшних земель. И это было связано с попыткой переименовать вообще Гродно в Гартен и дать немецкие названия всем улицам, населенным пунктам. Это абсолютно себя не оправдало. Даже сами немцы в начале 1932 года поняли, что это бессмысленно, что настолько мало людей, которые говорят по-немецки, которые бы это приняли, и они вернулись к названию Гродно. И на карте немецких названий они дали номера улицам. То есть вообще не придумывались новые городские названия улиц. Эти улицы просто нумеровались, потому что это было проще. У меня еще один вопрос к Юрию. Довоенная Речь Посполитая, особенно в завершение, вела очень, не была демократическим государством, она вела очень специфическую политику, в том числе по отношению к украинцам. И в то же время, до 17 сентября во Львове, я думаю, все-таки слышали о том, какую политику по отношению к украинцам ведет и Советский Союз, и Москва. То есть когда входила советская армия, были ли как раз-таки какие-то ожидания по отношению к тому, с чем может столкнуться местное население? Тогда у локальных жителей были ли опасения, что может повториться что-то, с чем столкнулась интеллигенция в Киеве, в Харькове в 1937-1938 годах? Во-первых, мы должны здесь разделить и говорить, о каких жителях Львова мы ведем речь. Для поляков это была ликвидация государства. Государство, которое никогда больше в этих границах не возникло вновь. В границах, которые функционировали до 1939 года. Эти границы передвинулись на запад. Для украинцев, да, украинско-польские отношения в 20-30-е годы, они не были очень простыми, и украинцы как раз, можно сказать, были в сложной ситуации, когда у них не получилось образовать свое государство после Первой мировой. Это также было очень мощное разочарование тогда. И с другой стороны, я думаю, что не до конца известно было, что на самом деле происходит в Советском Союзе. У нас есть примеры, как советская пропаганда преподносила, например, Голодомор в Украине, как корреспондент, журналисты западной прессы транслировали дальше эту пропаганду, основываясь на советской, на информации с советской подачи. Можно сказать, что украинское население
в первое время относилась приблизительно где-то нейтрально к входу советских войск. Но это очень быстро закончилось. Госпожа Анастасия, господин Феликс, если говорить о белорусских городах, о Бресте, о Гродно, как там выглядит специфика этих различных видов памяти о 17 сентября и о последующих событиях? Если мы только что говорили о том, как сегодня выглядит белорусская память, а что с польской памятью, с еврейской памятью? Этот нарратив об этой памяти, функционирует ли он как-то в локальной памяти, в локальной идентичности, господин Феликс? Сложно однозначно ответить на этот вопрос, поскольку мне кажется, что польская память, например, состоит из очень разных сред. Например, Андрзей Пачобут, поляк, очень много поляков на местах. Андрзей Пачобут сейчас сидит в тюрьме, поэтому это была бы региональная, локальная интерпретация нового нарратива сверху, который функционирует в Польше и расширяется, функционирует в Беларуси, это функционирует как угроза. Мы знаем, что Андрзей Пачобут сидит, потому что это политический заключенный, поскольку он поддерживал протестующих. Но это пример того, что это часть нарратива. Есть попытка ИПН, Института национальной памяти Республики Польша, ввести память о защите Гродно как одного из немногих населенных пунктов, где гражданское население защищалось с остатками солдат. И мы знаем, что это также было тесно связано с локальной антисемитской памятью о том, что евреи не участвовали вроде бы в этой защите и даже помогали советской армии найти местные цели. И в то же время есть такой белорусский деятель, журналист Руслан Кулевич, который был очень важным человеком и открывал польскую память в Гродно, который должен был выехать после протестов осенью прошлого года, который продолжает сбор, и он, как молодой белорусский журналист, собирает голоса тех поляков, которые должны были выехать после войны, как так называемые репатрианты. Поэтому я бы сказала, что пока что нету такой единой памяти даже с польской стороны. Может быть, потому что Гродно не воспринимается как настолько важный город, как Львов. А что считается стороны жидовской, то... А что касается еврейской стороны, то в Израиле было мощное движение, связанное с тем, что было несколько важных гродненских личностей, которые поддерживали эту память. Но они со временем ушли, и не совсем понятно, что это будет дальше. Я думаю, это скорее станет частью национальной израильской памяти о Холокосте. Анастасия, а как выглядит ситуация в Бресте? Есть ли осознавание того, что большинство жертв, людей, погибших с 1939 до 1941 года, до 22 июня 1941 года, что это не те люди, которые погибли из-за военных действий, а это гражданские жертвы? То, о чем пишет Снайдер, что два тоталитаризма убили 14 миллионов человек в Центральной Восточной Европе. И память об этих жертвах все еще недостаточно присутствует. Да, действительно, эта память присутствует недостаточно. Здесь даже сложно что-то на эту тему сказать. И мы про это знаем. Мы читаем Снайдера. Снайдера в Беларуси читают в очень ограниченном научном кругу. Поэтому это не функционирует в локальной памяти. Я как раз с Феликсом согласна насчет того, что ситуация, которая сейчас в Бресте, она очень похожа на Гродно, поскольку у нас есть польские деятели, которые по делу Пачобута
говорили об этой исторической польской памяти. Они сидят в тюрьме, либо прошли через тюрьмы. И сейчас это не очень хороший политический момент, чтобы публично об этом говорить, поскольку это преследуется. Если мы говорим о еврейской памяти, то... И о локальной памяти. В Советском Союзе такие темы также запрещены. То есть известно, что Холокост из был в Бресте, было Брестское гетто, выжило только несколько человек. И что интересно, про эти события я бы даже говорила бы о событиях после 22 июня, то, что произошло в Бресте. Об этом говорят не люди, об этом говорят кости в Бресте. Почему? Потому что у нас есть Брестская крепость, которая идеологически, ее защита длилась месяц, но мы знаем, что на самом деле эта защита и борьба длилась где-то неделю, но там столько бетонной идеологии в этом месте, но никто не говорит о политзаключенных, 15 тысячах, которые были убиты в другом районе Бреста. Это такой южный район, есть какие-то небольшие памятники, небольшая памятная доска, но это история, которая молчит. То есть мы об этом узнаем, когда мы что-то строим в этом районе. И в Бресте ситуация такова, что должны что-то построить, начинаются строительные работы, и мы узнаем, что там убили людей. И так даже с территории, такова же ситуация с территории Брестского гетто, очень была просто страшная история 2 года назад, когда мы узнали, что мы живем на самом деле на костях. И когда все это дело, как-то все дело решилось, местные власти, да, к ним много очень вопросов, но как, откуда мы можем знать про эти кости, если на территориях еврейских кладбищ советские власти строили стадионы, и вообще вся политика Советского Союза, которую Беларусь придерживается, это уничтожение памяти. Память, о которой рассказывали нам наши деды и прадеды. Память, о которой часто люди боятся говорить, и то, что теперешний режим делает в Беларуси, чтобы мы все боялись говорить о правде. О правде, об истории не так, как этого хотело бы государство. Вы очень красиво сказали, что даже спустя 80 лет после этих событий, с одной стороны, у нас устная история, а с другой стороны, молчащая история. То есть попытки давления, да, они функционируют и по сей день. Кстати, если говорить о молчащей истории, начиная с марта этого года, велось следствие относительно геноцида белорусского народа, который тесно связан с символическим уничтожением оппозиции. И те кости, о которых говорила Настя, это все пропаганда пробовала это использовать, и снова же открывались захоронения, в которых немцы хоронили расстрелянное еврейское население, хотя не говорилось о том, что этих людей убивали, они были евреями, а также высылали судебные эксперты к жертвам немецкой оккупации в их дома, проводились такие целые интервью. Единственная цель была такая, чтобы найти бело-красно-белые флаги, чтобы позднее использовать пропаганду. Но то, что Лукашенко использует такие методы, для меня это не оправдывает знака равенства между национальным социализмом и Советским Союзом, особенно на оккупированных землях, о которых мы сегодня говорим. И я думаю, что мы привели много примеров того, что чаще всего те кости, которые там находятся, это все-таки были немецкие жертвы. И я могу конкретно сказать о Гродно, что есть просто огромное количество военных,
военнопленных, о которых никто не говорит, более 10 тысяч людей в городе, в котором до войны насчитывалось 50 тысяч жителей, было убито практически половина населения, жителей, которые были евреями, несколько сот человек. Были убиты из-за того, что они представляли польское сообщество, городские элиты. Необходимо помнить о том, что погибло более половины жителей города от рук немцев, потому что это немецкая идеология, это предусматривало и запланировано. И все-таки это другой масштаб насилия, нежели то, что производил Советский Союз. Да, в Сибири люди тоже умирали, но в масштабе Гродно эти жертвы были немножко в другом масштабе. Со стороны Советского Союза это было несколько сот человек, хотя, конечно, Советский Союз функционировал дольше и по-другому влияло. А как вы считаете, да, мы начали очень интересный сюжет. Два тоталитаризма, советский и немецкий. Эти ужасы, которые касались не только украинцев, но и жителей Украины разных национальностей. Эта дискуссия ведется в Украине с 1991 года, но это началось после 2014 года, после аннексии Крыма, после российской агрессии на Донбассе. Как выглядит львовское видение этих дебатов? Ну, украинские дебаты начались раньше, нежели в 2014 году. После оранжевой революции, да, усилилась в 2014 году. Да, конечно. И во всех этих дебатах, например, во Львове, что характерно не только для Львова, скорее всего, но во Львове и в Галиции у нас есть ситуация с тем, что а эта часть Украины пережила это время 39-41 года. И смысл в том, что если мы говорим о памяти, то мы должны также учитывать именно тот вопрос и тот момент, кто вообще остался после этой войны. А после Второй мировой во Львове не осталось двух важных групп населения. Польского населения, кто пережил войну, поскольку многие ее не пережили, а те были выселены, а евреи практически полностью были уничтожены и убиты нацистами. До 1939 года во Львове жило около 100 тысяч евреев. До 1941 года во Львов приехало еще около 50 тысяч евреев из генеральной губернии. То есть в июне 1941 года у нас было около 150-160 тысяч еврейского населения. Из этого количества пережило войну намного менее тысячи человек. Это страшные вещи. Я где-то лет 10 назад пытался найти свидетелей тех времен, того, кто пережил бы Холокост во Львове. И я не нашел никого. То есть я нашел три человека, но они жили уже не во Львове. Один был в Америке, второй в Польше, третий в Германии. И, конечно, это имеет определенное влияние и на сегодняшние дебаты, потому что результатом этого является определенный эгоцентризм. Именно потому, что остальные украинцы находятся в центре этих дебат. И основное первое место занимает тот ужас, который пережили украинцы. Еврейский вопрос также с самого начала, с начала 90-х, функционируют в дискуссии
И под влиянием американцев, частично американцев, частично немцев, интересно то, что первый памятник жертвам Второй мировой войны, скажем шире, первый памятник был посвящен жертвам Львовского гетто. Он появился в 92 году на территории гетто. Сейчас напротив этого памятника находится территория террора, музей, который также тематически посвящен геноциду евреев. Можно задать вопрос? Потому что для меня выражением такого столкновения советской и немецкой оккупации являются бригитки. То есть это известная тюрьма в центре Львова, где сначала убили несколько сот заключенных разных национальностей, а потом публичное показание тел и последствий погром. А вообще в этом году велась ли какая-то дискуссия, поскольку сейчас в этом году 80-летие этих событий, одних и вторых, то есть как это отразилось в локальных дискуссиях? Были ли в этом году какие-то другие проблемы, связанные с пандемией? Или же это был какой-то важный пункт дискуссии в этом году? На самом деле, если я чего-то не заметил, то этого не было. Не было в этом году темы на эту дискуссию на эту тему. Но я сказала, что об определенных вещах говорят не очень охотно. Не только потому, что вся дискуссия немного украиноцентрична, для этого есть определенные причины, но и потому, что определенные вещи не очень приятны для дискуссии. Это исключительная ситуация в Украине. Но, к сожалению, ситуация именно такова. Кстати, это очень важно, то, о чем вы говорите, то, о чем мы впоследствии помним спустя годы, о насилии. Зависит все от того, кто пережил и кто может впоследствии об этом рассказать. Время, к сожалению, у нас заканчивается. У меня еще несколько вопросов, которые я хотела бы вам задать. И один вопрос связан с Беларусью, а второй с Украиной. Вы уже говорили, и вы, госпожа Анастасия, и вы, господин Феликс, о том, что недавно Александр Лукашенко ввел новый государственный праздник, а именно 17 сентября, то есть годовщина нападения Советского Союза на Польшу. Александр Лукашенко распорядился, что в этот день будет День национального единства. И я бы хотела спросить вас, этот праздник, это снова же использование сентиментализма Лукашенко в отношении Советского Союза, или же это все-таки более попытка использования антипольской карты в контексте того, как активно Польша в последние годы использовала белорусскую оппозицию и демократические изменения в Беларуси? Как можно воспринимать этот шаг? Ну, безусловно, второй вариант. То есть такая софт-война, я бы даже назвала, для Польши, поскольку сейчас говорят, да, о том, что какой-то закон, хотя, да, вот говорится все активнее. Я не знаю, что, чего еще ожидать. Но каждый раз 17 сентября белорусам об этом напоминалось ежегодно. То есть мне очень интересно, как на самом деле это будет выглядеть в этом году. Вроде будет какое-то выступление Лукашенко. Он, наверное, будет еще требовать каких-то возмещения какого-то ущерба от Германии, от Речи Посполитой. Но, к сожалению, мы живем во времена гибридной войны, и это шаг в данном направлении. Если мы говорим о столкновении двух тоталитарных систем, то я могу сказать, что в случае Беларуси мы можем говорить о трех тоталитарных системах. Ну, я не согласен с коллегой, но в смысле депортации, в смысле тоталитарных систем. То, что это
Ну, я согласен, что это авторитарная власть, но не совсем согласен, что они превратились в тоталитаризм. Однако, если говорить о содержательной части, то немецкий и советский тоталитаризм – это была очень мощная идеология. Согласно этим идеологическим видениям, в Беларуси на сегодняшний день нету какого-либо идеологического фундамента. Есть предмет в школах, в университетах под названием «Идеология». И там говорится об объединении белорусского народа, о постсоветской идеологии. Но для меня как новое белорусское государство, так и новый закон, который ввел этот праздник, это скорее выражение бессилия, то есть как Лукашенко, так и его среда, они действительно были удивлены масштабом протеста и никак не могут справиться с тем фактом, что они, в принципе, не контролируют ни голов, ни мышления людей. Я глубоко убежден в том, что эти люди потеряли большинство белорусского общества. И для меня символическая борьба за 17 сентября, ну, это не совсем целенаправленно, поскольку сегодня в Беларуси имеет место политический кризис, и у людей есть иные проблемы, нежели обращать внимание, что значит этот праздник. Но тем не менее, это грозно, поскольку, да, мы видим это и в России. Это очень напоминает ситуацию в России. Хотя практически это прошло безо всякого эха. И это свидетельствует о том, сколько белорусов оказалось сегодня на периферии. Например, был принят закон о экстремизме, который, в принципе, позволяет преследовать любого, у кого есть белорусский флаг. Но для меня, как для историка, более важным законом будет закон по реабилитации национал-социализма, который, в принципе, позволяет по-новому интерпретировать новую форму критики режима, как про немецкое, про национально-социалистическую деятельность. И тут завершается круг закрывается. Я думаю, этот круг очень опасный. То есть похоже, что и на литовцев, и на поляков перекладывается ответственность за Советский Союз. Сейчас это называется атака Запада с мыслью о том, что все коллаборанты всех трех европейских государств участвовали в нападении на Советский Союз. И представляется так, что санкции на сегодняшней Беларуси, они напоминают что-то такое. Это настолько абсурдально. Сравнение того, что происходит сегодня, с тем, что было во время немецкой оккупации в плане геноцида белорусского народа, что даже сложно это комментировать. Анастасия Ильина, краткий комментарий. Я, может быть, добавлю в двух словах об этом законе, о котором мы сказали. Этот закон не просто существует где-то на бумаге. Сегодня в тюрьме художник Алис Пушкин, которому грозит 12 лет тюрьмы только за то, что нарисовал портрет антисоветского партизана. И это так воспринимается в государстве. Сроки, которые могут получить люди, они говорят сами за себя. Во время этой встречи мы говорили о советской агрессии 17 сентября, о депортации польского населения со Львова, с Галиции, о немецкой агрессии, о Холокосте на территорию Западной Белоруссии и Украины. Но мы не сказали еще об одном аспекте, без которого, как мне кажется, сложно говорить об истории Львова в 1939-1941 годах. То есть об украинских националистах, об организации украинских националистов, которые были очень активны в период
конца межвойной Польши и после 1939 года некоторые лидеры имели очень амбициозные планы на создание независимого украинского государства при помощи Третьего рейха. И уже в конце июня 1941 года оказалось, насколько безосновательными были надежды, но ОУН, УПА, это вот уже давно проблемный момент в отношениях между Украиной и Польшей, Украиной и Израилем. На, с вашей точки зрения, если учитывать локальную львовскую память об этих событиях, каким образом Украина могла бы говорить с Варшавой, с Израилем, так, чтобы подчеркнуть ситуацию местных жителей? Но если бы был какой-то легкий ответ на этот вопрос, я думаю, что политики уже давно. А у вас была бы Нобелевская премия мира, да, я знаю. Да, я думаю, они давно бы этот ответ уже нашли, но на самом деле это очень сложно. И в определенном смысле украинский нарратив и польский нарратив, они взаимоисключающие один и другой. Взаимоисключающие, поскольку, как я говорил, для польского государства это значило ликвидацию, а для украинцев это время. Это как раз-таки была попытка создания украинского государства в той иллюзии, что это можно сделать при помощи немцев. Это не получилось. Да, но организации украинских националистов остались активными и во время немецкой оккупации. И оставались активными после Второй мировой войны, когда партизанское движение против Советского Союза активно функционировало. То есть ситуация напоминала ситуацию в балтийских государствах до 50-х лет. И среди украинского населения это встретилось с очень активной поддержкой. Без этого, да, мы не можем говорить о тех событиях, но мы говорим и о Волынской трагедии, о поляках. Одна из крупнейших трагедий в Украине, об этом говорится не так часто. В Польше, поляки говорят о Волынской резне и считают, что слово «трагедия» избавляет определенный субъект от ответственности за то, что происходило. Да, можно сказать, что эта точка зрения также имеет место быть. Да, но всегда с каждой стороны всегда будет предприниматься попытка какого-то политического использования данной ситуации и сбить себе на этом политический капитал. Очень много зависит от того, насколько сильны националистические или же ультранационалистические силы в данной стране. И, конечно, было бы идеально, если бы каждая страна могла бы максимально учесть чувства, которые есть у другой стороны. Это важно. Я думаю, что если мы говорим об определенных интеллектуальных кругах, то здесь это соглашение скорее возможно, нежели если мы будем говорить о политических кругах, националистических кругах. И, как казалось, те события, которые имеют 80 лет, практически 80 лет, об этих событиях можно было бы говорить спокойно. Но рана, она для многих очень кровавая. Она по сей день болит. Поэтому на самом деле это нелегко. Мы должны разговаривать. Мы должны признаться
в тех преступлениях, которые совершила каждая страна, но и мы должны осознавать, что всегда будет политизация. Мы должны пробовать, чтобы эта политизация была минимальной, но я думаю, что избежать этого просто не получится. Господин Феликс Акерман, как я понимаю, вы хотели бы что-то сказать на тему того, как в Центральной Европе нелегко признать то, что во время Второй мировой войны мы были не только жертвами, но иногда мы были теми, кто осуществлял насилие. Ну нет, это не мое задание. Я бы хотел указать на причины поддержки немцами их и государственной. Я бы хотел сказать еще один момент. Очень важно, что если мы посмотрим на то, насколько наша дискуссия сегодня концентрировалась на жертвах, но важным результатом войны является то, что все-таки эти города оказались вне Польши как основной результат войны, если говорить о геополитическом результате. Как говорил господин Юрий, есть и более важные результаты для городов, для сообществ. Есть более важные аспекты. Сегодня Львов находится в границах Украины как один из основных результатов Второй мировой войны. Это, наверное, основной результат для этого города. И я бы хотела сказать, что в Украине, особенно во Львове, была украинская традиция. Были украинские кафедры в вузах, был очень важный социальный капитал, который как раз-таки символически концентрировался и в этом месте, и в этом регионе. И это впоследствии повлияло и на послевоенную историю этого города, на то, как функционировал этот город. Этого нету ни в случае Бреста, ни в случае Гродно, где, да, были белорусы, это было прежде всего сельское население, которое слабо было заметно до войны. И эти города все-таки в результате войны оказались в составе Беларуси. То, что русский язык стал лингва франка этих городов, это также результат. И для меня важна, интересна разница, что это произошло, может быть, и потому, что не было мощного белорусского движения в этой области. И, в принципе, еще вся Белостучина должна была стать частью БССР. И только после войны было принято решение, что это будет частью Польши. То есть это еще показывает на геополитические результаты событий тех дней. Госпожа Анастасия, господин Феликс, как вы сказали, ситуация не всегда такова, что есть место для локальной памяти в общегосударственном нарративе на тему Второй мировой войны. Но последний вопрос, который я направляю всем вам, я бы хотела спросить, а есть ли место на эту локальность, на память о Второй мировой в белорусской массовой культуре, в популярной культуре. Как белорусские создатели на это реагируют? Есть ли попытка рассказать об этой истории без центра, при помощи кино, театра, литературы, может быть, какого-то более современного объема? Но то, что происходит сейчас в Беларуси, это вообще препятствует людям высказываться на эту тему. Мы видим крупнейшую волну миграции из Беларуси после Второй мировой. Это, в принципе, волна, которая связана с тем, что, в принципе, закрываются все общественные сферы, где можно было бы что-то сказать. И в случае Гродно я могу сказать, что я в ужасе от того, что все, что было создано, в принципе, на протяжении последних 20 лет, где предпринимались такие попытки рассказать о другой точке зрения, что на наших глазах это все уничтожается, в принципе, на протяжении последнего полугода. Десятки коллег должны были либо выехать, либо
вообще прекратить какую-либо публичную деятельность. И это приводит к тому, что в течение ближайших нескольких лет в Беларуси нельзя будет про это думать и даже говорить. И это напоминает действительно послевоенный сталинский период, когда люди предпочитали бы сами себя цензурировать, не высказываться на Фейсбуке, чтобы просто не попасть в тюрьму. И мне кажется, что об этом стоит помнить, поскольку что это серьезно ограничивает то, что возникло на протяжении нескольких лет. И то, что действительно дифференцировалось и локально, и социально. То есть очередной удар по сохранению локальной памяти. Анастасия, то есть процесс похожий. Молодые белорусы, которые наиболее активно принимали участие в общественной жизни в последние месяцы, в последние города, они выехали из Беларуси в Украину, в Польшу, в Литву, но получилось достичь что-то до 2020 года. Эти дебаты вызывают ли они какой-то вообще интерес? Ну, предпринимали, были разные организации, неправительственные организации, которые иногда поддерживала Россия. И эти организации занимались исследованием, может быть, не столько исследованием истории Второй мировой войны, либо Брестской крепости. Но ситуация выглядит так, что сейчас мы сталкиваемся не только с крупнейшей волной миграции после 44 года, даже за комментарии в Фейсбуке, как сказал Феликс. Но неправительственные организации, которые у нас были, которые создавались в течение 20 лет, и это было нелегко получить регистрацию каждой из этих организаций. В течение нескольких недель, дней эти организации были ликвидированы. Поэтому с этой перспективы то, что происходит в Беларуси, сейчас государство борется. Это гибридная война. Это гибридная война на территории собственного государства. То есть непонятно вообще, существует ли это государство. К сожалению, должна это сказать. И, может быть, последнее мое слово будет такое, на что я обратила внимание, поскольку Феликс упоминал о том, что есть идеология в государстве, которая столько лет не клеилась, но я не знаю, почему, однако Лукашенко в течение последних месяцев также говорил о Второй мировой. Зачем ему это нужно, этот инструмент со своим обществом? Это действительно интересный вопрос. Вкратце, он чувствует угрозу, он говорит о Третьей мировой, поскольку он себя чувствует на войне. То есть это государство не настолько стабильное, радикальное. То есть он не держит эту власть так, как он бы хотел. Поэтому он говорит о войне, об угрозе со стороны Запада. Я бы хотела еще сказать, что сейчас, когда Польша начинает стеречь свою границу после того, как начались атаки, как белорусская, так и российская сторона рассматривают это в тени этого рассказа метанарации, советской нарации о Бресте. Это свидетельствует о том, что это очень актуально. И уже в конце это однозначно направлено против Польши, поскольку, например, на польское меньшинство в Беларуси оказывается огромное давление. Сидит не только Андрей Подчобут, но и несколько деятелей Союза поляков. Но в то же время это состояние не только у Лукашенко вызвало новую форму антисемитизма, государственного антисемитизма, который связан не только с еврейскими жертвами, но и с еврейским населением. Это связано с городами, поскольку как в Бресте, так и в Гродно были общества, которые открывали еврейскую память конкретных мест
и предпринимались попытки создания новых мест памяти. И мне кажется, что сейчас такая идеологическая ситуация в области пропаганды, когда нельзя говорить публично об этих делах, не находясь под угрозой. И, к сожалению, это свидетельствует не только о том, что Вторая мировая актуальна, но это свидетельствует и о том, что ситуация действительно опасна для этих людей, которые есть в данных странах. Ну что ж, это очень грустное подведение итогов с белорусской стороны, что эта история государственного насилия с белорусской стороны не завершилась, а ведется на наших глазах. Господин Юрий, последний вопрос. Есть ли место на львовский рассказ Галиции о войне? Может быть, вы знаете удавшийся либо неудавшийся вариант интерпретации? Ну, как раз-таки этот галицийский нарратив, он стал частью украинского нарратива. То есть везде это воспринимается одинаково, поскольку переживания последних двух лет, в 31-м году, для Галиции, если мы говорим об Украине, это они отличные. Они отличаются от опыта других регионов. То население, которое этого не пережило, может быть, видит это немножко по-другому. И, конечно, есть отличия, определенные отличия между Востоком и Западом. Восток более в этом нарративе, в советском нарративе, лучше вписывается в советский нарратив. Хотя это также изменяется. Если мы сравним исследования общественного мнения, начиная с середины 90-х лет, например, до последних, вплоть до последних исследований, то здесь у нас также, во-первых, ситуация такова, что в СМИ всегда Восток Украины преподносился как-то примитивно, то есть очень часто говорилось о пророссийском Востоке и о проевропейском Западе. Хотя ситуация действительно сложная, и все не так просто. Есть определенные связи, которые мы воспринимаем. Например, молодежь на Востоке, она думает совсем по-другому, нежели поколение 150+. Но именно эта память Галиции, она сейчас действительно часть украинского нарратива. Мы это видим и на примере, если говорить о школьных учебниках, как это изменилось, например, начиная с 90-х лет, 98-99 годы, и сейчас, 18-19, например, сейчас мы уже не используем таких советских определений, как Великая Отечественная война. Оккупанти советцы. Например, Сергей Плохий, историк из Гарварда, говорит о том, что они в Украине конкурируют друг с другом три нарратива. С одной стороны, остается для определенной части старый советский нарратив. С другой стороны, мы имеем дело скорее с националистическим украинским нарративом, но есть и третий, может быть, чуть более молодой нарратив, национально-либеральный, который пробует преподносить эти вещи в европейском контексте. И, возможно, он в последние годы становится сильнее. Большое спасибо. Большое спасибо всем вам за участие в сегодняшней дискуссии. Я лично для себя сохраню несколько воспоминаний. Мне очень понравилось определение госпожи Анастасии о устной и молчащей истории. То, о чем сказал
господин Феликс, почему белорусские власти и президент Александр Лукашенко используют память об этих трагических событиях Второй мировой, чтобы пробовать оправдать свою власть. Господин Юрий, большое спасибо и вам за тезис о том, как наша память зависит от того, кто выжил после насилия, кто остался на месте, чтобы рассказать нам об этих событиях. Еще раз большое спасибо вам, господин Феликс Акерман. Господин Феликс Акерман, господин Дастадина и Юлия Дуркат, спасибо большое.